Ну, блядь, подними попало, конскверт, подними попало. Куда его сам сейчас подниму? Видите, попал, дайте ему баф. Фактом Может кто-то песню спеть коротенькую? Кого? Песню спеть коротенькую, а то очень скучно, ну просто пиздец. Ну пойте. Ну только вот да, получается неплохо, пусть поет чуть-чуть. Таби, если что, я тебе скажу спеть гимн на ХП. Давай, ну, пока бей босс. С тобой встретимся. Будем опиум курить. Давай вечером с тобой встретимся. По-китайски говори. Как слушай, у тебя неплохой можешь... музыкальный вкус конкретно в этой точке, мне нравится. Я аж почти сплакнул. Ебать, ну это классика, ребят, такое не знать поступить. Таби, спой, пожалуйста, гимн на ману, гавитербол поставь что-то. Дом и работа, как садов Гамора. Ну вот движется кто-то, пора душить папиросы. Дай гимн на ХП, Таби, дай гимн на ХП. Рейд очень сильно проседает. Сейчас пойдем на вальку, шаду до цели, не спекайся в ШП. Ну, ДПС типа хороший. Ясно, хуйня. Давайте токен. Обычный дашь мне? Да, сейчас. Бля. Царак. Получается, у нас победил маг. Зараза. Зараза, Винс. Я пожелаю зараза, да, еду. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Давайте все. Надо еще одном, блин, включить. Войда, ты играешь? Шею, шею порылить и что там еще упаду. Колечко. Че играешь? А ты играешь магом? В кого? Нет. Магом играешь или нет? Нет. Нет, нет. А хочешь поиграть магом? А есть? Я могу тебе просто дать логин и пароль, я типа не часто играю. А это угасающий цвет надо кому просто так отдать без ДП? Ну давай. Что это такое? Пойдет такое просто так? Пойдет. А то мне одевать отдавай некого. Я типа пиздец просто, я раз в месяцок могу зайти, но это за лупу у меня ебать. Давайте защитника надо кому? Обычно отскочу как-то на минутку. Так, я зашел. Первый вопрос, почему такой хуёвый пул? И второй вопрос, Шанан, когда я сношу с Анубисом пакт, надо сбегаться, бля, как бы в одну цель, а не подбегать к нам, когда мы все в центре, потом такой постоял, убежал, оставил пакт, накинь себе ГП за это, пожалуйста, это пиздец как бесит. Ё-моё, нихуя ты рвался, лучше ты не заходил. Деда, вы все разрулили? Ты чё, убить всех, спать пошел? Он спать? Я не знаю, куда он ушел. Может, написал что? О, галантная леди, разверни свой бульдозер. Зачерпни эту землю, мы заложим фундамент, ведь безголовые дети. Давайте чек на готовность. Это Гефестиан спекни здесь тоже. Все, хватит уже песни петь. Гефестиан спекни здесь тоже в танк, поможешь. Это утром на рассвете. Идите в танки. Этому я дам ГП залив из рейда. Кому? Ханту. Так это же топ танк. Он первый по ДПС. Но он ливнул, какая разница. Так он написал, наверное. Ух. Но он ничего не писал. Он мне написал из-за того, что я ему дал мод. Так ты его в рейд взял и 500 ГП ему дал, что? Ну, я у него спросил, типа, что-то ли, мол, он мне пишет такой, типа, ты мне рука дал мут, и я зашел чисто ради этого. Я бы в игнор такого кинул, долбоеба, если честно. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Че у тебя там маг, ну-ка посмотрю сейчас. Дали, и там хуета на самом деле, пиздец. Тапки. Они не... это хуёвые там. Это чё, блять, уровень, это уже это крафт? Это крафт или что? Бля, нафига вот такая? Это миликер, бейте сейчас. Сейчас. Тихо. Это, бейте кружочек миликер. Дождите, добейте тоже пока что этот кружочек, потом добьете. А, уже добили, бейте кружочек, пожалуйста. А то сейчас только бомжись, будут шуму охуеть. Ну типа 17,5 на сурке он дает, несмотря на то, что хуёвый. Значит, я буду 12 давать. Ну, 14. Ну, просто маг такой же хуёвый, как я, поэтому, ну, это нормально. А второй спектр на ПВП? Что нам, что не хотел ПВП? Есть ПВП шмотки, но спека нет. Я не вижу смысла снимать вам ПВП, где он с рейда. У него еще была какая-то веская причина наливать, то еще ладно. А так он написал. Сейчас. Я ему даже нормально, тем более, отвечал. Так, чего ты замутил меня?
Так, ты меня замутил, потому что ты не можешь нормально ответить, и он мне пишет, нахуй твою жопу хороша. Ну нахуй так нахуй. Кильте паладина. Я завис. Что-то не вешу. Да что ты пацанов на ГП кидаешь? Да я его не кинул. По-моему, он заслуженно получил. Сегодня такой же, поэтому не возникает там бумага. Ну, кстати, да. У меня по МС такого не бывает. Так, как шарик за ролик заедет, так, блядь, хавайся в жито, блядь. Не помню такого. Да, мне последний раз шарик там за ролик заезжал. Да не, он ливнул, там бой, наверное, был, и этот, ну, портануться, чтобы из инста, а потом ты его принял, он же принял пати, и зачем 500 кп его тогда? Так, если подумать. Не понял, что повтори, я пока отвлекся на этого хомта. Я говорю, он ливнул, наверное, когда бой повис у него на персе. И он, чтобы скинуть бой, ливнул, чтобы из инста портануло. Вот. Потом он принял пати, когда... Это значит, он пойдет дальше в рейд. А ты ему 500 гп дал, получается, ни за что. Какая логика здесь? Так, снова объясняю. Для особо глухих. Он мне только что в ПМ написал, что он зашел сюда, чтобы чисто попиздеть в РК. Понимаешь? Ну так мы тоже, что? И он ливнул из-за этого. Из-за того, что я ему дал мут. Он что, пел песни, как мутант, что ли, или что? Может быть, нет, фигня тоже страдал. Что-то не слышал. Кто слышал, что он там страдал? Это размуть всех. Впервые за столько времени веселый рейд наконец-то собрался. Не, ну я когда в свою РК позвал там, я не мутил вроде никого, кто помнит там. Вроде бы кто-то. Нет, да у тебя нормальные рейды в плане веселости, блядь. То есть там, короче, ты же не лучше. У кого есть, кстати, хилоспек? Нет, у него плохо хилоспека, да? Ты просто, ну, как сказать, человека потерял, игрока флоу, который топ ДПС дает. При том, что он вроде в РК ничего не барагозил, я не слышал ничего. Не знаю. За что? Ты ему мут дал. Просто у тебя. Ну это странно, прям не знаю. То, что я тебе там. Ой, ты за своими странностями, пожалуйста, смотри и не осуждай мои. Если тебя что-то не устраивает, ты тоже можешь ливать. Я тебе даже ГП давать не буду. Не, я не понимаю, он же просто в РК ничего не сказал, по моему. Да, так, ассадингон. Это так минус одно тело, не надо никому ливать. Так, ладно, я в общем буду соло хилить. ДЦ пойдешь тоже будешь хилить вальку, у нас нету хилов. Нету никакого хилоспека. МК... Там, пожалуйста, маги кидайте шаману и обновляйте последний чек. Может, там Эмилика, пожалуйста, заги кто-то вы... еще хочет в рейд. А, кстати, да. Чуть не забыл, я хотел написать гильдию, но меня отвлекли. Там этот, мизантроп или диплом, этот, не помню какой. Спрашивал слот давным-давно. Да, я видел, но тогда было фу. Ты что, еще двое ливнули, что ли? Так, цепь протеста. Это не так было. Так, а кто у нас еще ливнул, бля? А, у нас один был офф. Ой, один был офф-нутый. Этот, ДК танк ливнул. Бля. Более нихуя не страдать. Ладно, никого нету, давайте так. Шанан, ты грустный какой-то, мне кажется, да?
Да нет, спокойно. Нет, ты или ты болеешь, или ты грустный такой. У тебя голос грустный. Ну, первое, кстати, ты угадал. Болеешь? Но я не верю, что не верстись. О-хо-хо, все, идите пуляйте. Это милики, пожалуйста, когда убивают дома, не врывайтесь сразу, потому что я не смогу вас захиливать, когда вас эти черви бьют. Заливайте, пожалуйста, подавители. Они сейчас со всех сторон бегут. Дайте им как бутербург. Косты, пожалуйста, сбивайте. Не улетайте, пожалуйста, космонавт. Давай, Крайка, за тобой летаем. Я бы не давал бы ему ГП, если бы он не начал мне в ПМ оскорблять. Тренировал бы, если бы он такое написал, бы он вообще бы его нахуй с гильдии кикнул. Так, ну, ты пойми одну вещь, что Ренивал и ты — это два разных человека. Ну, это да. Это, где ты рога бегаешь? Ты, Слава, тысяча ГП, ёбаный в рот! Ты постоять не можешь? Я изначально попросил. Жесть. Так это срыв, агра. Меня просто трэш, ну, босс как жирный убил на 56 тысяч. Конечно, сразу взорваться так. Я дал 4 секунды на агро. Я начал его бить, когда у него было 61% хп, и все равно протопал не удержал. Ладно, конскверик подними, пожалуйста, Джерену. Так это кнутовский протопал, ну тогда сорян, я теперь понял, почему ты не удержал. Так он же не один, ты что-то хочешь от него. Кстати, да, он 5,7 вообще. Да, Джерен, когда ты научишься смотреть на ГС людей? Чё ты от него ждал? Подмордой. Кулак дайте. Вот КД, вот щита мстителя, вот это сколько? 8 секунд или 10? Да дайте еще крик на ХП, пожалуйста. Скажите. Протопало. 30? В смысле 30? То есть. Вот этот щит, который на 3 цели летит. Да. 30? Так вот, Джерри, на что ты хочешь от него? Вдруг у него этот щит. Один моб убил, один моб, а не несколько. Так как он агро-то наберет тебе? Помолится, что? Ну, Вари до сих пор нету кулака. Ты же играл на ваниле, на БК, ты понимаешь, что срыв агро... Бейте и подавите ли. Под хвостом. Рогой там сложно было агро сорвать. Ты кем вреди? Говорю, я на БК играл рогой. А, ну да, рога же наполняет. Это Миглер, если ты здесь, пацаны. Пул появился только в этом. В БК, если чё. Хотя ладно, еще пока поднимать не буду. Было не после следующих кварталов дадите геру потом. Я надеюсь, вы закинете, сколько у вас там стак? 21. Должны закинуть потом. Вам еще 10 лямов хилить. Мне кажется, вы не захилите. Под мордой. Танка нет, чешу. Идите большого. И больше скажу с вами. Больше скажу. Там, короче, получается, что ни у кого из танков нету, ну, скилла, агра. Ну, короче, понял, если босс срывается, то он убивает раньше. В смысле, таун? Бейте вальфу. Таби. Да, таун-то нет.
А чё? Гимн? Нет, есть угар. Какой? Да, гимн на ХП. Дай повторить, Валька, возьми и давайте гимн на ХП. Хильте Вальку. Был же там увар, там чё, так он мили рейндж был. Ты чё, блин? Не было. Это было, блядь, зеля. В смысле, не было, было. Насмешка там. Опа. Хильте Вальку, помогайте хилить Вальку. Нельзя хилить. На, хильте Вальку. Кинуть могу на нее баф какой-нибудь. Ну такой вот. Обнаружение невидимости. Может поможет. Понял, портал. Козер, давай тоже гимн на ХП. Надо уже ее захилить. Хили Вальку, шаман, не надо хилить рейд. Еще два ляма. Вы убили? Вы убили всю эту парашку? Еще нет. Давление. Дайте гимн на ману, дайте, пожалуйста, гимн. В смысле нет, вы че? Стою. Давай. Совет убили там лану. Подавление бейте справа, они так будут хилить до завтра. Заливайте всех подавителей. Захиливайте Вальку. Кидайте там возложение. Угодно кидайте. Надо его захилить ее. Давайте, давайте, давайте. Череп ведь. А, все, подавление. Давайте, давайте. Подавители главное слейте. Еще немного. Тут херово туча мобов. Эй, хильте, там немножко осталось. Давайте начнем, все. Мы победили, блядь. Я уже поманился. Уже не мог хилить. Секьюрити гутербол по 30 тысяч. О, а почему ее труп показан? Все видели? Почему не сказали, что там Леголас хочет пать? Ты не заметил? Ну, наверняка просто не нашла. А? Фестима, я тебе сказал. Потому что мы на него не пошли еще. Поэтому и не убили. Он сложнее. Блин, жесть, топ лут. Два кольца и на танка, и на этого. Да. Так, давайте кольцо за... Надо кому за фул? QNT, пар сейчас. ЕПГП, кто у нас выше? Так, UNT выше. Отдаю UNT. Танка надо кому кольцо? Отдаю, попало. Шей, надо кому? Так, отдаю ДК. А, ну давай, остался в ДЦ. Хорошо. Так, ДК. Зов, надо кому-то в рейде выше 16.89. Не помню. Эта способность зависит от пухи в руке. Нет.
какая-то... Только от силы атаки. Значит, зов до пизды, да? Ну, типа того. Там от пухи зависит сокрушение, по-моему, да? Лучше меч сурка тогда уже. Сокрушение, Линкольн. Это БДК, я если что тебе дал там ГП за... за шею и за запа. Я тебе за запястье не давал ГП. Это сразу за две шмотки. Я знаю, что зап половина, но я ему за запястье не давал. Поэтому уходит 389. Здорово всем. Здорово. При сумонте. Там да. Тебя сейчас засумонят. 20% урона от оружия. Хотя пока не сумонте, это Легуас, мы сейчас записали босса. Лака сквар. И при том, что написано, на скиле требуются щиты лол, да? Прикинь, да. Хуйня. Вар вот этим вообще прикольно. Короче, буду на силу сидеть от товара. 50 будет на одну. Уведите к дракончику. А про товары зов что ли носят? А не этот с 10 гер топор? Да не знаю, это пророка вроде носят для сокрушения. Меч сурка. Ну, сурка, зов, он, ну, сокрушение больше будет бить. Толк. Да не, ПВЕ. Дай мне кулак, повар. ПВЕ про товары зов носит или без 10 гер танковский? Зов, да пизду ПВЕ про товары вообще. Ты ходишь 10 герц топором? Нет, чё, мид босс, у нас ПВЕ по товару. Там же прикол в том, что оркам мастерство дается за топоры. Я-то не орк. А, ты, да, не понял. Да это же орк вообще плохо, ну и что это мастерство? Оно равносильно, ты меняешь, получается, камни с хп на мастерство, а там наоборот. Ну, грубо говоря, ДНТ. Это хорошо. Сейчас у нас маг уходит. Войт, скажи, сколько надо ему ЕП начислять? Кому? Ну, магу, сколько мы его сокращили, сколько это вообще сумме уходит? Ты понимаешь, что это просто, ну, просто от балды говорится, и все. Ну, вот Сентра, допустим, 200 ЕП, да? Бич, он сейчас уходит. Ну все, могу еще уходить, да? У нас еще проф, это еще 200, 1600, еще 2, ну 1300, 1400, давай. 1400. Хорошо. Блин, Банамур, дай кулак в каску побоим. И сумонти хантер. Каждый босс считает 200 ЕП примерно. У нас ивент, мы не можем приз сумонить. После ивента тебя засмотрю. Чем маг, если что, можешь уходить. Я тебе дал ИП. Сейчас самогона злого нету, даже как ты потише стало. Они ушли с рейда? Да я ему дал, а они ливнули. 40 и все. Они типа обиделись. Ну ты думаешь, мне легко их терпеть, да? Мне тебя тоже не легко терпеть. По-моему, с ними рейды куда прикольненько. Ну да, прикольно слушать, как они ебут, типа, чужих мам. Вот это весело. Не-не-не, да. ты сказал, меня не легко терпеть или кого? Да, блин, не только тебя. Мне и самогона хватает, мне и злого хватает, сыгрального хватает. Они у меня уже в городе сидят. Так я же вообще никогда так, блядь, не кричу в РК. Не, ну это да, это хорошо. В этом плане, да.
Я, наверное, когда я рулю, только заебываю, блядь, постоянным пиздежом. Так, маг ушел. Тяните его сюда к нам. Рихилайся, что идем. Так что милики много не стакать. А лучше вообще их не стакать. И с освобожденкой то же самое. Он спрашивает, кто нам нужен. Хил. Пятый. Не-не-не, не надо нам хил. Ну сейчас освобожденка на всех хилов кинется и будет весело. Мы в 4 хила сколько уже хилили? Ни разу не помню, что мы в 4 хила хилили. Когда я ради сыра, я всегда 4 хила бил. Я никогда 5 хилов не спекаю. Ну, ты же обычки вроде до этого собирал. И в Гере то же самое. У меня везде практически тактика одинаковая. На второй фазе метки влево, первую метку влево, следующую под босса. Тотем уберите, пожалуйста, шаман. Кого там тотем? Ну, а, там секьюрити стоит, ясно. Сейчас она умрется. Вот и все. Кем его лучше взять, магом или совой? Тофара. Товой, конечно. Все, я тоже хотел послужить. У него другие доспек есть, может все-таки, да. Мне кажется, 5 хилов лучше будет. Это мало ли не захилит. Сейчас он зайдет за слово. Мамонта, мамонта. Поставьте ему мамонта, ему надо починиться. Да, протопало тут жить, как надо хилить. Ну да, ну, не знаю. Если мне сказали, что там злой танчил 5-4, хотя да, я слышал об этом. Я думаю, 5-7 ну, на изи вообще будет. Главное, чтобы на нем был хороший мод. Так. Это мизантроп, а у тебя, кстати, ридхил есть? Или нету? Ставьте лок шкаф. Ой, ставь шкаф. Ты ему РК дал, что ты в РК спрашиваешь? Мне сказал, что он с нами. Ладно, сейчас да. Но он сидел. Есть хил? У него есть хил вообще? Меня слышно? Нет. Так, я перезаходил, мне казалось, что меня не слышно было. Есть у него хил? Нет. Есть. Спека, стрела, 5 хилов пойдем, так и быть. У кого? Наши совы, которые взяли. Спека. Это можно тебе прокачанный кулак?
А он у нас, кстати, пол прокачан только. А Йоши небось. Так, ну а Йоши прокачан, а у этого Ефестима. Ефестим. У него тоже прокачан. Так. Гиглаз, там тебе сумма вообще приходит, да, нет? Так, только пришло. Давай, дайте Ханту тоже бафы, каску, кулак, лапу дам. Да, молодцы, берите баф тоже, давайте. Брони не было, я понял. Так, защита от холода стоит. Кого не было, Дим? Все, все готовы. Запускаем. Пошмота нету на тронреке. Ну, 5 хилов закили. Так, на двух хилах освобождёнка. Скоро перетяжка будет. 2 секунды. Беги, малышка, беги! Бежим. Как-то упал. Конскририк, подними его, пожалуйста. Отличная фаза. Давай, поднимай его. Я с моей метки вниз. Так, на мне метка поносить. Я все занял. Поделитесь место, пожалуйста. Вот, спасибо. Носите, где там скрипа падает. Сдохнет, если гим не дадите. Гим на хп дайте, гим на хп дайте, гим на хп, гим на хп, гим на хп, гим на хп, гим на хп. Ну все, уже можно было не давать. Нельзя. Он был умер. Так, на двух хилах освобожденка. Геру вставляем на вторую фазу, будем зергать босса. Это партизана, блин. Блять, опять на меня соблюденка. Я сам подниму этого лара. Но звездки подниму. Шимя, верни, покажи, пожалуйста. У этого уже с инетом проблема. Так, ладно, не буду его поднимать. Это ты пока решай свою угрозу, сынок. Может, отлагаешь. Взятная фаза. Давайте метки вниз. Бежим. Слева очень близко. Смотрите на моего лока. Лестница падает. За лестницу. Крайний левый подбивайте. Опять на лестнице, там же падает. Сейчас будет последняя стрела, и все, и потом босс спускается. Справа далеко. Убивайте уже склепа. Заливайте склеп.
Так, на одном хиле освобожденка. Так, вторая фаза. Первую влево вынести. Влево выноси. Бейте босса. Великий, бейте босса. Жарим, стопни. Следующий под босса. И не хлопаем. Под босса. Шаман под босса. РДшники, бейте пока левый склеп. Миленький, давайте сюда быстрее, пока вас не притянул. Беги, малышка, беги! Следующую в сторону и даем гер. В сторону выноси, давайте гер. Хити брат упала. Упала хорошо хити. Следующую под босса. Под босса. Гим на хп, да. Побегим на хп. Мне на КД его. Ясно. Тогда не надо уже захилить так. Следующего влево. Он ману вам дать. Козырь, если что, дашь гим на хп, я скажу когда. Дайте мне ману. Надо хила разбивать как-то. Следующего под босса. Бейте пока босса. От босса не сейф, сейчас при РДшнике можете бить. Гим на хп, давай, козырь, сейчас у нас милики отвалится. Гим на хп, давай, козырь, давай гим. Сейчас притяжка будет. Не бейте. Следующую в сторону и будем добивать босса. Добивайте босса, Бейте босса. Черт, не остановился, блин. Давайте следующую под босса. Под босса ЮНТ. Заливайте под боссом склеп. Под боссом заливайте. Следующую вправо вынесите. Вправо выноси. Давайте босса в сторону выносите все склепы. Давайте в сторону уносить. Все, молодцы. Поднимайте ковш. Без андроп спекайте назад в сову. Ты талисман. О, офигеть. Ну да, повезло. Так, Вифестин. Даете осколок, если не увезет, кстати. Давайте талик, кто выше. Ой, не, ну не надо это, я случайно. Так, смотрим. Так, фаермаг получается выше, отдаю ему. Подожди, Миглер, не надо ливать. Тем более сейчас такие боссы, что, блин, ты нас не вайпнешь. Так, отдаю Таби. Таби, ты ж не получала, да? Я помню. Ничего еще не получила. Кроме обычного. Тебе.
Сейчас подожди с этими обычными токенами. Надо кому? Отдаю ДТ. А, давай тоже в ШП спекайся. Дайте Джерри на кулак. С эту ШП, это ноги? Да. Мы уже 2 часа что ли сидим? Или меньше? Это которые с тухлого вот это падают, да? Да. Сколько мы сидим уже, кстати? Часа два? Два или часа. Меньше? Офигеть. Ровно 2 часа. Извини, вайпались. Ну, не считай нового босса. Нас сливают, поэтому мы тут добираем, кого ждем. Один раз. А вы в РС-ку пойдете потом? Ну, если кто собирать будет, то думаю, да. Не знаю, ну, не знаю, будет ли у вас ап сегодня. Хотя, может, Олег собирается, он же, кстати, онлайн. А сколько штук убиваете сейчас? 3 пока, на этой неделе было. Что-то маловато. Лето? Уходит все. Да нет, сервак умирает просто. Тут уже даже 5,5 берут Геру. Некому идти. Так и 5 КГ избрали Геру. Да, Таби вчера получила ачивку. А чего вы удивляетесь-то? Никому. Надоело просто. Он говорит... Это одно и то же. Лич. Холеон, Лич, Холеон, все, пиздец. Все уже так теперь. Бейте этих сзади. Бомжи. Что-то мы в Ульдуар перестали ходить. Ну да. Так, давайте Ваничку оттянем к нам. Давайте рейд назад. Танки сами сами. Разнообразие было. Ну да. Да, может я начну, но на этой неделе, не знаю, может в субботу собирать что ли пытаться. Но хотя бы. Можно завтра собрать. Да не, да, давай на выходных ключ. Да, я тоже думаю на выходных. Удар хочешь? Да. Да. Удачи с Ульдуаром на выходных с 2 РС-ками. И одной недоцелка в пятницу. Не понял, тебе моя целка не понравилась, чешо. Напишите Олегу. Напишите Олегу, я хочу публичный ответ нет. Что написать Олегу? В субботу в Ульду идем, Шанан собирает. Ага. Напишите Олег по поводу Ульды. Типа подбос. Хотя я предлагал вообще Пепперу, я ему сказал. Нам хотя бы, ну не знаю, может еще если с Олегом договориться уже, чтобы, не знаю, 15 человек, чтобы было с гильдии, чтобы можно было отбивать ИП. Потом уже, соответственно, народ. Такую вещь, что люди сделали ачивы все, головы получили. Все. И Бибоп сделал, по-моему, на 2, что ли, на своих весов фул ачивы с этой видео. Ну, фул ачивы он точно не сделал. Ну, один раз разве что мы сделали слезы.
Это ж не фулочи. Вот. Так это, да? Мы еще и пожарника не делали, кстати. Делали его, блядь, раз в пять. Когда? Я что-то не помню, чтоб мы когда-то пожарника делали. Да, делали. Да, пять раз, да? Я во все ульдуары попадал, вроде как. Да, я тоже вроде не пропускал. Не, хотя там пропускал несколько ударов, но там мы точно пожарки не убивали. Бейте, ладно. Переживайте. На мне бой. Бля, где он? Давайте его сейчас. А вот он. Вон ромбик. Давайте, ДКшники, тяните. Я пока в хате раскидаю. Так, получается... А, хотя давайте чекнем, может, новый кто покажет. Зараза, ты здесь? Все, получается, идет вся четвертая пати, это все шипешки и все ханты, два мага и войд. Дайте рыбку, рыбку дайте. Ставьте себе покушать ему. Там проголодался. Мне лапу пора и добавить. Давайте уже убьем эти 4 босса и все. Нам надо, кстати, скорее всего, ДК будет поменять. У нас там 5.8. Дайте лапу порайдет, друиды, вас четверо. Да, зачем менять? Я ему просто вишмот сейчас убьет и все. Рыба есть у кого-то? Кто ее не ставит? Вуди, а ты на ком? Шамане. А магам надо что выходить на рынке или нет? Да, я же объяснил. Ждут все шипешки, все ханты, два мага, у вас всего двоих. Смотрите. Один лог и танк следующий девятый. Все. Я еще предлагаю этого Вуди. Но. А Йоши в холле пала, Вуди на лог. А уже запустили босса. Кто-то поговорил. Типа от босса. Ты понял, да? Нет, давайте. А я типа на дом. Да. Ну, я понял. Пока об этом рано. У меня этот КД на... Глыбы снимай. Что? Войд, хочешь куда? На ДК флоу. Там спек служит. Самогон. Вов, тебя чем не устроил? Эй, еще, ребята, мы в 3 хила идем, поэтому если он к нам поворачивается, тут же под жопу. Легче было захиливать. И местом там тоже на РНЖ, пожалуйста, делитесь. Не жадничайте. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Заливайся, кирить ману. Такая, если можешь, панцирь, прожми свой. Мага, мага хит. Не упал. Тут даже, блин, и в 3 хила почти килить нечего. Помаслить. Ну, когда на рейнджа долбоёбов нет. Кстати, да. Я, кстати, долбоёб, если что. Паф мага хильте, фаермаг сейчас падёт. Повезло. Сколько там у него? 5 лямов. Там вышел кто-то на замену на фунтута? Так, этот, конскририть выходи. 2 ляма осталось. Поднимите ли глаз. Разрыв.
Не будет. Или будет. Не будет. Взрыв, жопа, разрыв. А, травма, надо кому хилы на мои? Разните кто-нибудь. А, за 10% надо кому хилы на мои? Вообще кому надо и за 10%? Во. Хороший пацан, на. Сколько там ГП за него? 116. Все остальное без ГП. Это у тебя 10%? А сколько 10%? Как ты думаешь, 583 переставить запятую, сколько будет? У меня лично показывает 1167 вообще. Нет, она не идет 1000. А, ну я, блин, идет... насчет рамы не знаю. Сколько там тогда? Сколько ты сказал? 58. Все. Да, ему она не надо. Я тебя потом отменю. Кто же показывает травму 1167? Здесь, значит, турьер собирал насчет этого. Я ж не знал. Так, никому не надо. Ладно. Да вообще, танкам хилам надо бесплатно шмотки делать. Ага. Чтоб больше качали этих классов. Так, все, я бегу к вам. ДД это не... Что, тебе не надо конструировать? Она, если что, не за 116, да я ошибся. Конскверить тебе надо этот травма, нет? Ставьте шкаф. Ладно. Я уже сам доберу. Не-не, у нас человек в долларами. А, засумоните его тогда, подожди, дайте от него ГП. Ну, в очках. Ща. Что у нас единственное? И неповторимое. Это нет. Так, так, так. А зачем мне пишете насчет шкафа? Кушайте пока. Так, две спары к шаману снесете, а одну мелизону. Снимите лапку. Рыбу поставили, ешьте, кто не поел. Каску по локам. Обновите 30 секунд. Кто там, Бенамур, братан? Так, седочек. Спасибо. Все, а, отец. Ну, ты готов? Ладно, пуляйте босса. Все, он даже заготов был. Пускайте. Бля, все тупые места зажали. Давайте к шаману сносите. Ты снесешь к шаману? Козы. Точнее, таби. А, бля, это я не к тому стал. Нет, это он не снес, все правильно, это я отбежал к нему. После этого не увидел, мне киллбот тебя спрятал, я тебя не видел. Так. Так, давайте сносите их.
Захар гей. Кто я, Захар? Нет, ты гей. Ничего себе. Так, заливаю спирт ману. Топовые шутки от залупы. Бля, ну пиздец, скучно же, нахуй, просто скучно. Да, не говори. Оттопало хильте. Ну, без выйдет, где там кто-нибудь. Бля, куда вас по карту сносите? Вы чё, вообще уже смог сходили? Кто не брал стаки, я скажу, куда вернуться. Танка, блять, подзабери. Поднимайте его быстрее. Прожимайтесь, блять. Хитите этого БДК кто-нибудь. Поднимайте еще раз этого БДК. Ой, БДК, паладина. Ну если... Гим на ХП. На ХП додайте. Даю. Нельзя 10 стаков танку ловить, алло. Как у вас там? Какая разница, пускай он эти два заберет, пока паладина поднимает. Чуть не ваншон. Давайте уже тулбас. Сейчас я линкану усну. Тапки. На три. Ясно, будет нас обманывает. Такая фигня мухня. Тапки только украли. Пока я два персонажа забирал. А дай кому кольцо на мейн. Так. Кто из вас там выше? ДК. Отдаю ДК. Кравик красава вообще, на всех персов тапки забирает. Так. Без ГП там. Это надо кому? Тоже без ГП отдам. А почему не то резать не может? Ты что, теперь натуральный, блядь? Да я тебе сейчас сам подниму. Сейчас, подожди-ка. Все, я тебя поднимаю. Будем сразу переводить босса. А квест кто-то сдал? Да. Шли, маг. Только сразу не врывайтесь, как кукла появится. Сначала я ее захотаю. Пускай на нем стаки появится. Так, мне надо спекнуться. Хила. У меня просто там прокачано балерине. Я надеюсь, что у нас хватит ДПС. Я надеюсь, что не хватит. Это Shadow Decide, тебе надо шею, я тебе могу отдать слот.
поставьте что-нибудь поесть, хоть даже стол, мне рыба особо не нужна. Сейчас тебе дам шею, подожди, я найду. А где она только? Я поставлю, то там сопротивление природе. Да, спасибо. На шею. Так, есть что поесть? Блин, пацан, дайте пожрать. По-любому там что-то делили, наверное. О, отлично. Сейчас я даю похаваю. Сразу босса, если что, переводим. Кто меня не слышал. Это как так? Ну, просто ты прожимаешь и бьешь. У нас ДПС слабенький. Да сейчас глянем. Нам даже ДПС 290 должно хватить. Мы его с 290 переводили. Там медиков много. Ну и что? Shadow DC, ты готов? Самогон в коте зачем? Я не знаю. Тут сова. Потом шел. Все, давай пей куклу, паладин пей. Чтоб бафать двух бисовых варов, которые дамажат. Так, звезду пока подойдите, раза. А милики подходите к боссу, но не аверите его. Ну если они будут сейчас... Ну что вы делать, ДК, блядь? Что, не переводим боссом, нет, конечно. Будем стопать дамаг. Идиот, блядь. Стоп, дамаг. Бейте босса, милики тоже не бейте босса, шипешки тоже не кастуйте. Веди их ближе к мелизоне, чё ты там стоишь, ДК? Хуярит, блядь, милики, хуярит. Кот. Я самогон тоже влеплю 100 гп потом. Ти миликов. Не, меня хитите хорошо, блядь, мне уже. Поэтому конскверик поднимешь меня. Я подниму мизантроп. А хотя нет, у меня КД. Поднимай тогда мизантропа, а меня поднимет мизантроп. Слышь, самогон? Ты уже не в РК, ты забыл. Блять. Это Таби, если что, как откини, споешь гимн на ХП. Пой гимн на ХП. Козерс, ты следующий, пой на хп, пой. Shadow DC, пой гимн на хп, яс. Ясно, хуета! Shadow DC, спекайся в DC. Он чё, не в DC был? Нет, он был в ШП. Да ну нахуй, я его в дамаге вообще не вижу. А, вижу 10. Хотя могли бы спокойно так перевести, но один ДК у нас молодец. Ну, неожиданно. А мизотроп чего? Блять, ребята, я сказал, что я буду хотить куклу. Я думаю, логично, понятно, что ее и так будут хотить. Я даже сказал, что я спекну специально другого хила.